Доброе. Вчера опять пиццу заказывал. Угу. Будешь? Нет. Я с утра такое не ем. Бабки от отца пришли? Как ты разговариваешь? Пришли бабки. На. Вот папаня молодец, а? Не то, что ты. Засел в универе, ерундой занимаешься какой-то. Дед. Дед, а давай мы тебя на эстраду определим, а? А чё, отец шансон поет, а ты рэпом будешь читать. ЗЗ на пару. У биология, е-е-е, у филология, дед. Ну... Хватит кривляться, она для тебя Зоя Захаровна, понял? Я понял. Don't worry, дед, be happy. Take it easy, как говорится. Максим звонит. Алло. Алло, папуль, здорово. Ну как там у вас дела? Да нормально. Ага, бабки дошли? Не бабки, а деньги. Да, дошли. Только что твоему оболцу отдал. Максим, надо с ним что-то делать. Он совсем разболтался. Надо ему меньше денег давать, что ли? Папа! Пап, не слушай его. Мне надо больше денег давать. Не слушай, больше надо. А, андроид, здорово, здорово. Скажи, пожалуйста, а ты деньги ешь, что ли? Чего? А, смотри, подавишься. Ну, как у вас дела? У нас нормально, а ты как? Я нормально, я в Красноярске, у меня тут тур намечается классный по всей Сибири. Здорово. В Сибири, значит, да? У тебя-то как? Да я как, я нормально, вот сейчас в школу попрусь. Вот правильно, давай, давай, иди учись, получай знания. Я приеду, проверю. А трубку повесил. Ладно, дед, я побежал. Зойке привет передать? Ты совсем обнаглел. Шучу я. Ну? Ах, закатала теща, а? Да уж. Есть. Ух ты. А, хорошо. О, вкуснятина. Да. Так. Ну, у тебя теща, а? Да. Ну, давай. Подожди, подожди. Так, аж... В тарелочку. А. Ну, давай, давай. Привет. Здорово, чеш. Привет, парни. А мы тут его тещи салат трескаем. А, понятно. Че такой грустный? А? С Лизкой поругался, наверное, да? Да не, ну как? В общем, она рисует целыми днями, как будто меня нет, понимаешь? Mm-hmm. Да ничего, переживете, крепче семья будет. Mm-hmm. Я вот прихожу с работы, говорю, я, мол, жрать хочу, где ужин, а она как будто не слышит меня. Это плохо дело. Ну, с меня штаны уже сваливаются, ребят. Плохо. Ладно, я пойдем. Стой. Че? На, держи. Да ну брось ты, ты чего? Бери, да, бери, проголодаешься, поешь. У меня еще есть. Точно? Бери, чиш, конечно. Ну еще же есть. Ладно, спасибо, ребят. Давай. Жалко парня. Угу. Вкуснятина. Добавочка хочу. Нету. Как? Как нету? Вот так. Так ты же сказал, что... Наврал. Да ну тебя. Здравствуйте, Леночка. Я за журналом. Отлично. Вот журнал. И, пожалуйста, распишитесь за технику безопасности. Ага, хорошо. Я
так смотрю, вам Борис Максимович много работы задал, да? А то как не приду, вы тут все время что-то печатаете, печатаете. Нет, не по работе. Я вам по секрету скажу. Я 2 месяца назад познакомилась с одним человеком, и я до сих пор не знаю, кто это. Угу. Как-то странно. Так, а вы попросите номер телефона и его и позвоните. Да вы что? Сейчас по телефону никто не общается, все в интернете сидят. Мне кажется, что живое общение, оно намного лучше. Я все равно узнаю, кто ты. Вот тут еще на следующей страничке распишитесь. Ага. Господи, мне бы ваши проблемы. Что, с сыном случилось что-то? У меня его хотят перевести в другую больницу. Угу. Ну, в какую-нибудь попроще. А вы же сами знаете, там что, условия какие. Угу. Естественно, все упирается в деньги. Угу. Ну, так а вы поговорите с Борисом Максимовичем? Да, Леночка, ну что толку-то с Борисом Максимовичем, и что? Ну, как, ну, можно же давать частные уроки, там, не знаю. Вы же занимаетесь с Андреем Сотником индивидуально? Ну, занимаюсь. Этих денег все равно не хватает. О, Людмила Викторовна. Здрасте, Лена. Угу, здрасте. А можно вас на секундочку? Я по общественному поручению. Ага, да, Андрюш, хорошо. Я тут вроде везде расписалась. Угу. Журнал. Угу, спасибо. Я принес деньги за прошлый месяц. Ага, спасибо большое, Андрюш. Здесь за 10 занятий. Спасибо большое. Мы так и не успели с вами. Ничего, догоним. Заниматься. Ничего. Хорошо, догоним. Спасибо еще раз, Андрей. Дело все в том, что у меня сейчас так складываются обстоятельства. У меня сына должны будут перевести завтра в другую больницу. И администрация там подняла деньги. Сколько? Мне бы за 2 месяца вперед. Ну... Андрюша, очень нужно, правда. Очень. Вы понимаете, они мне нужны именно сегодня, потому что завтра уже будет поздно. Его могут перевезти, а вы понимаете, эти переезды, ему это не идет, все это на пользу. И тем более с этой администрацией, которая... Это просто место мы можем там потерять. Вот. Спасибо. Ну, я надеюсь, я могу рассчитывать на улучшение моей успеваемости. Конечно. Спасибо большое, Андрей, что даже если не представляете, как вы меня сейчас выручили. Спасибо огромное. Ладно, я побегу. У нас урок. Да. Идите. Мы с вами обязательно. Я вас хорошо подготовлю к институту. Нет у вас чувства юмора, лапа, дай лапу. Ну что, отрываемся сегодня? Закрытый клуб, вход только для VIP. А меня возьмешь? А ты уроки сделал? И вообще, с каких пор ты у нас VIP, а? Я тебе списать дам бесплатно. А мне не надо, у меня и без тебя уже все схвачено. И это еще называют золотой молодежью. Так возьмешь или нет? Возьму, возьму, не дрейфь. Игорёк, пойдешь с нами? Я работаю сегодня. Ну смотри, как знаешь. А про меня ты уже забыл? Извини, Маришка, у нас сегодня мальчишник. Ну-ну. Здравствуйте, класс. Садитесь. Алло? Алло, папа, это я. Макс, очень хорошо, что ты позвонил. Андрюшку нужно держать в ежовых рукавицах.
не в этом дело. У меня серьезные проблемы. Я в Красноярске, пап. Концерты сорвались, вот тур по Сибири. И я теперь должен выплатить неустойку, а денег нет. И меня сейчас привезли в какой-то подвал и требуют денег. И будут сейчас бить. Дали сейчас телефон на 30 секунд. Позвонить. Позвони в милицию. Хочешь, я позвоню? Не надо в милицию. Они предупреждали. Они тогда меня точно убьют. Давай я твоего адвоката подключу. И адвоката, папа, не надо. Никого не надо подключать. Надо другое сделать сейчас. Надо... Максим, Макс. Надо выслать деньги, папа, как можно скорее. Сколько? 50 тысяч евро. Это цена тура. Папа, надо очень спешить. Я не могу больше разговаривать. Они отбирают телефон. 50 тысяч евро, пап. А где же я их возьму? Макс. Макс, возьми трубку. Возьми, слышишь? Ну, скажи, что это неправда. Ну, как же так? Что же это? Дед, я не могу сейчас разговаривать, я на уроке. Андрюша, то, что звонил отец, у него серьезные проблемы. Ему срочно нужно... 50 тысяч евро. Дед, ты с ума сошел? Андрей, у вас что-то случилось? Извините, Людмила Викторовна. Дед, с ума сошел. Тишина. В смысле? Ну, старый уже. Тишина в классе. Пишем. Вот Березкина. Трудится, как пчелка. А ведь известно, Березкина, что долгое сидение за компьютером очень вредно для здоровья. Здравствуйте. Здрасте. Что случилось? Нет, нет, все нормально. А какой сейчас урок внука, не знаете? Алгебра, последний, 6-й урок. А я могу пройти это? Да, вам вот прямо и направо. Спасибо. Здрасте, Владимир Семенович. Здрасте. Дед, а ты чего здесь делаешь? Давай присядем. Парни, идите в гардероб. Подождите меня. Хорошо. Хорошо. Ну, чего случилось? Я только что с почты деньги Максиму переводил. Все, что дома нашел. Зачем? Отец сейчас в Красноярске. Его в подвале держат. Концерты сорвались, надо неустойку платить. Ты с ума сошел? Мы же с ним утром по телефону разговаривали. Я выслал все, что было. Наскреб 2000 евро в рублях. Ну, чтобы они знали, что мы вышлем потом, попозже. Погоди, ерунда. Надо еще 48 тысяч евро. 48? Да. Подожди. Выключен. Так, а карточка его банковская где? Он ее с собой взял. В серванте. Я все дома осмотрел. Все. Нету. Так. Ну и что мы делать будем? Я не знаю. Мне в клинику надо. Сердце. Деньги нужны на процедуры. А я выслал
Все выслал. Давай мы хотя бы обычного врача вызовем, а? Не поможет он. У них оборудования специального нет. Дай мне деньги, которые я тебе утром от Максима передал. У меня их нет. А куда ж ты их дел? А ничего такое, да? Салат заровская теща приготовила. Да, слушай, вкусный. Да. Как там с Лизкой-то, расскажи мне. Да никак. Как? А все, рисуют, какие-то курсовики пишут, а для меня и дела нету. Ну, она делом занимается. А я что, не делом, не? Я работаю, халтурю периодически. Я думаю, мы будем друг для друга самым главным в жизни. Оказывается, я ошибался, очень жаль. Жаль. Привет. Привет. Димка, я освободилась, пойдем домой. А зачем? В смысле? В прямом, что мы там будем делать? Смотреть, как ты рисуешь? Не поняла. Вот очень жаль, что ты не поняла. Дим, ну что ты в самом деле? У тебя что, плохое настроение? Аночка, повернись, пожалуйста, как это называется у вас? Ай, три четверти, повернись. Че? Ну, повернись, три четверти. Да, ладно, сиди так, нормально. Так. Дим. Дим, правда, может, домой пойдем? Так, стоп. Давайте не будем отвлекать художника, хорошо? Договорились? Пока, Ворон. Ну вот зачем ты опять это делаешь, а? Ты все равно этим ничего не добьешься, Чижов. Да надоело просто. Слушай, пойдем прогуляемся вечером, а? Одному скучно, вместе веселей. Пойдем, делать нечего все равно. Сегодня? Да я... Дело у меня было одно. Вот и сходим на твое дело вместе. А давай, вместе веселей. Давай. Да, Андрей, слушаю вас. Людмила Викторовна, мне нужны деньги, которые я вам сегодня дал. Так мы же договорились вроде бы. Людмила Викторовна, мы обязательно решим этот вопрос позже. Андрюш, нет, я позже не могу. Они мне нужны сегодня. Мне тоже. Я ничего не понимаю. Андрей, извините, но я не могу вам сегодня их отдать. Я же вам все рассказала. Мне они нужны сегодня. Завтра будет поздно. Что значит, вы не можете мне их отдать? Я же вам говорю, мы решим этот вопрос только позже. Пожалуйста. Нет, Андрюш, никаких пожалуйста. Они мне нужны сегодня. Вот и все. Подождите. Мне нужно проверять проверочный. Мне журнал надо сдать. Людмила Викторовна. Андрюш, не могу я. Я вам Людмила Викторовна, стойте. Андрей, отпустите меня. Отдайте деньги. Я не могу. Я вам все объяснила. Мне они нужны сегодня. Мне тоже нужны. Да не могу я. Я же вам объяснила, Андрей. Что делаешь? Ты учительницу до слез довел. Она сама себя довела. Что случилось? Людмила Викторовна, что случилось? Проклятые деньги, ну почему я должна пикать? От кого? Почему я должна унижаться? Перед кем? Перед сотником? Он вам денег не дал, что ли? Нет, он мне дал деньги. Но он сейчас мне их требует обратно. Вы понимаете, Леночка? Я их не могу вернуть. Мне, представляете, мне знаете, как напугало? Мне за сумку тянуть. Я даже не знаю, что делать. Но если мне еще эти сумки перевезут, я не знаю, что делать. Леночка, вы себе не представляете, какие это проблемы. Вы не понимаете, насколько у него здоровье шатко. Он просто не переносит. Вы понимаете, он не переносит таких дурацких переездов. Мне еще какие-то проверочные надо проверять. Зачем тебе нужны эти проверочные? Господи, Леночка, вы себе просто не представляете, насколько это серьезная проблема. Ой, вы понимаете, что делать? Все. Когда его привезли, тогда еще в другую больницу, у нас такое было в прошлом году, я вам рассказывала. Я ему тоже объяснила, я не могу их вернуть. То есть он сначала деньги вам дал, да, а потом хочет их забрать, да? Все, я поняла, Я не могу их вернуть. Лена, вы понимаете? Я просто не могу. Он так настойчиво стал просить, я не знаю, что мне сделать.
я поговорю с Борисом Максимовичем. Все будет хорошо, мы все решим, ладно? Все будет хорошо, ладно? Успокоилась? Ну, тихо, ну все, ну хорошая, хорошая какая, красивая у меня, да? Да? Кто, я-то? Да. Еще водички? Ага. Ну, что там со временем? Подожди секундочку. Ну что? Отбой, парни. Как так? А вот так. Идите домой в следующий раз. Как в следующий раз? Мы уже настроились тут, понимаешь? Ничего, настроились. Теперь расстроитесь. Что это значит? Слушай, сотник, ты это за словами своими следи, да? Ну вот. Оттопырились. Да что-то случилось, наверное. Слушай, а может мы это вдвоем куда-нибудь забуримся? Можно. Только у меня денег нет. У меня тоже. Слушай, чего мы тут тусуемся, а? Да погоди, сейчас будет очень клево. Если ты сюда Лизу решила пригласить, чтобы помирить нас, то знай, я с ней мириться не буду. И цветы мне эти не нужны. Слушай, не приглашала никакую Лизу. Погоди, сейчас будет круто вообще. Очень надеюсь, что будет круто, потому что очень холодно уже. Березкина! О, Березкина! Привет. Привет, Энка. Во что, Роман, что ли, Дим? Ну как ты мог? Да, ты же Лиза. Да. А ты куда идешь, Березкина? А я по делам иду. О, молодец, деловая. Ну давай. Слушай, Березкина, а может быть ты, ну, случайно ищешь моего папашку? А, или нет, погоди, незнакомца. А, нет, знаешь кого? Приблуду, а? Нет? Что-то я не поняла, ты сейчас про что говоришь? А, я сейчас говорю, Березкина, про твоего бойфренда. Ну, из интернета который. Но он общался с тобой под ником Приблуда. Кстати, цветочки тебе от него. Точнее, цветочки тебе от меня. Прикольно, конечно, девчонки. Я ничего не понимаю, что происходит вообще? А, происходит, Чижов, значит, следующее. Вот эта вот красавица так думала, что она в интернете общается с принцем на белом коне. Ну, или хотя бы с моим папашкой. Дорогая моя Березка, Борис Максимович знать не знает, что такое чат. Поэтому извини меня, конечно, но это была я. Ты? Да. Класс. Угу. Нет, Катя, ты не могла быть. Ты же сидела со мной, когда я с ней в чате переписывалась. Ну и что? А в это время с тобой переписывались мои друзья. Они очень круто поприкалывались. Я... Катя, как ты могла-то? Да а что такого ты, Березкина? Ну ты же этого хотел, ты же круто. Ну тобой все интересуются, ты там сидишь в секретарской своей на кнопочку нажимаешь, это же круто. Я все спрашиваю, привет, как дела? А, Нефиг было папашу моего клеить. Секретутка. Ну как, полегче? Да легче, легче. Ты полежи пока у меня. У тебя лекарства нужные есть? Да не о них сейчас речь. Так есть или нет? Нет, потом о них поговорим. Дед, я тебя очень прошу, давай без героизма, пожалуйста. У меня деньги еще остались. Что нужно купить в аптеке? Да подожди ты с аптекой. Надо Максима спасать. Может, квартиру продадим? Угу, продадим. И будем жить на улице. Почему? Квартира у нас хорошая. Максима выручим. И у нас еще деньги останутся. Попроще потом квартиру купим. А пока у моего коллеги поживем. Так у тебя складно все получается. Ну, допустим. Сейчас-то что делать? Ай! Что? Да прихватило немного опять. Так, я в аптеку. Макс. Давай, аккуратненько. Алло, Макс, как ты? Папа, плохо дела, они еще денег просят. О чем ты думаешь, скажи? Задача.
точка не решается. Как теорема наша жизнь. И не всегда мечты сбываются. Мечты сбываются. И в мокрых пятнах чисто.